Всем добрый день, ребятки. По многочисленным просьбам я прибыл на площадь минутку, и хочу вам показать долгожданную столовую минутка у Тамары. Скажем так, без сомнения, без всякого сомнения, я отношу эту столовую к одной из самых лучших, самых хороших, самых чистых и самых вкусных домашних кухней. Ну, Тамару в прошлом году мы просили, она давала нам интервью, не знаю, как получится в этом, не получится, но она здесь, я уже спросил разрешения поснимать, и вот хочу вам показать эту столовую. Несмотря на то, что вот сезон еще-то фактически не начался, а людей здесь уже очень даже много. Смотрите. Широченный выбор салатов всяческих разных, всякие мясные вкусности, и котлетки, и курочки, и рыбка тут есть, я не знаю даже что, блинчики с мясом, блинчики с творогом, с яблоком, булочки всякие, подливки, котлеты по-киевски, всякие-всякие вкусняшки. Конечно же, вас интересует ценовая политика. А вот там и Тамара сама. Сама здесь. Ценовую политику, конечно же, вас тоже ознакомим. Чтобы не было у вас сомнений никаких. Вот, пожалуйста. Запоминайте. Я, честно говоря, нифига не вижу уже. Могу от себя сказать, все всегда здесь чистенько, все вкусненько, по-домашнему. Есть еще там зал над речкой Свиркой. Те, кто не знает, всем сейчас постараюсь показать. Ну, если что, с улицы зайду, здесь не знаю, открыт он сейчас или нет. Вот такие вот такая ценовая политика. Я надеюсь, вы рассмотрите самостоятельно, так как я не знаю. Все вкусное, все домашнее. Тамара, здравствуйте еще раз. Ну, может, скажете какие-нибудь добрые слова? Ждем погоды, ждем отдыхающих. Погода, слава богу, у нас уже хорошая. Солнышко сегодня отличное. Чтобы купались, радовались, отдыхали. Мы готовы к сезону. В общем, все к сезону готовы. Приезжайте в самую вкусную столовую в Лазаревском. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я еще на улочку пройдусь, вот тут можно будет. Все, спасибо. Сейчас пойду покажу вам вход на летнюю террасу. Там вообще классно. Цветет глициния. Девчонки сейчас отдыхают. А в летний период здесь вот будет работать зал. А может быть, и сейчас он уже работает. Смотрите, какая красота там. А? Это я глицинию видел. Шумит река Свирка. И все замечательно. В общем, как бы вот так, ребят. У кого-то может, конечно, закраться сомнение, что я вот нахваливаю действительно, что вот никак, что это какая-то рекламная акция. Нет, на самом деле, все, кто знает меня уже, знает, что я в этой столовой бывал давно. Сам знаю, сам питался, заходил. Не скажу, что часто, но могу утверждать, я не про все столовые утверждаю, наверное, про две столовых я могу утверждать, и так непосредственно Бристоль и вот... Минутка столовая у Тамары. Самый вкусный столовый в Лазаревске, на мой взгляд. И качество на высшем уровне. Ну, ваша просьба выполнена, ребят. Многие очень просили именно минутку показать. Всем пока. И денек какой классный сегодня, погожий. Всем пока. До новых встреч. Побежал выкладывать.